Всем доброе утро. Меня постигла неудача. Я начал переворачивать омлет, и он у меня поломался пополам. Плохой у меня повар. Мы, короче, приготовились ехать за посылочкой от Икеи. Алина тут готовится у меня. Я готовлю нам завтрак. Да? Привет. Неудачно готовлю завтрак. Ладно, пойду как-нибудь переверну еще раз. Всем привет от меня. Я еще без прически. Только немножко покрасилась. И, в общем, пришла кушать. Коля меня тут позвал на омлетик. Сделал такую красоту. Ага, молодец, красота. Наконец-то приготовил завтрак, все дела. Ой, божечки, ой, какой утеночек. Что-то у нас, по-моему, стол слегка сдвинулся. Возможно. Ладно, будем мы кушать. Кофе уже готов. И еще вот печеньки надо. Ага. Ладно, всем приятного аппетита. Аппетита. Ну, такой тортик получился. Ну да, тортик у тебя получился. Ничего. Хлеба у нас нету. Хлеб у нас закончился, да, так что будем вот так. В общем, я уже собралась, а вот посмотрите, вот этот человек сидит, больше всех меня подгонял. Не надо на меня, Бубу. Я тут делом занимаюсь. Делом? Ой, простите, пожалуйста. Ой, ти. Что случилось? Что случилось? А мы ждем, да? Теперь мы ждем, скажи наоборот, да, поменялись. Коля заставил меня переодеться. Говорит, ты что за тряпочку одел? Надеюсь, вот этот топик, это не тряпочка. Ну-ка, покажи. Ладно, пойдет. Пойдет, да? Короче, фейс-контроль еще проходим, да, Василь? Прежде чем выйти куда-то. Ты что, мои девочки, покушала, погуляла и спать. Да? Спать легла. Мы сейчас поедем забирать посылку. Икея пришла. И нужно будет еще нам сегодня купить хлеба там. Я не знаю, что-нибудь такого. Потому что мы сегодня завтракали без хлеба. И сегодня еще Коля в ночь. Поэтому, кстати, надо будет еще что-то готовить мне сегодня. Ой, ужас, как я отвыкла за время отпуска твоего, что готовить ничего не надо. Ой, за 2 недели не может. Отвыкла. Ладно. Надо готовить, что-то думать, еще приготовить. Еще надо поставить камеру заряжаться, потому что она заморгала. Ну что, все, мы забрали заказ. Вот моя коробочка, и там куча всего, что я заказала. Там у меня банки для сыпучего и кашпо, для того, чтобы пересадить наконец-то цветочки. Коля ругается, что птички нагадили на капот. Прям на капот, да? А куда еще-то им? У них такое поле там. У них вон поле, сколько лужаек, сколько деревьев, сколько людей, можно все бомбардировать. Нет, надо на машину, да? Да, надо на машину. Какая обида. В общем, приехали мы домой. Сейчас все, что здесь у меня было в шкафу, достала. Буду сейчас вот это все пересыпать в новые. Пришли мне такие вот контейнеры. Вот крышечки от них. В общем, сейчас буду все это дело менять. Вот эти контейнеры помою и отправлю маме. Потому что у мамы красная кухня, ей как раз они подойдут. Тем более, что у нее старые. И вот заменим на вот такие. А те на дачу, наверное, увезем. Вот, так что... А, еще покажу кашпо. Вот такое я тут уже пример поставила. Вот надо пересадить вот сюда вот этот цветок. И 3 кашпо. Вот сокер перешли. Вот такие. Это будут они жить на подоконнике у меня. Вот, так что... А, снизу тебе тоже надо было, да, вытащить? Им сверху надо все вытащить. А, ты будешь отодвигать его? Ну, как? А, ну да, слушай, точно. У нас там задняя стенка отошла. Я тут однажды как-то так глубоко продавила и, в общем, стенку выбила. Да, Вара? Вара. Варка. Что это? Это все мне. Варя, это все тебе. Кушай. Лишь бы пожрать все, Варя. Кушай, Варя. Я решила пойти на улицу. Коля пошел у нас там таблички папе делать. Объявление про печки. Вот, я решила к нему присоединиться. Ты со мной? Варя тоже со мной пойдет.
пойдем. Сейчас видим, посмотрим, сколько он там сделал. Да? Что-то мы решили никуда не ехать сегодня по делам. Неохота. Тихо. Устала что-то как-то вообще. А где наш Коля? Пойдем-ка искать его. На голове вообще таз опять. Ой! Вот он. Красит маляр. Что, получается? Ой! О! Блю-рей тут. Ничего, крутая краска. Я тебе говорю. Чё? Стирать будешь. Что? Папин. Чё? Номер папин затирать, говорю, будешь. Как это? Зачем? Буду звонить всякие. Кто? Наши подписчики не будут звонить из других регионов. Не, ну конечно, если вам нужно, пожалуйста, можете обратиться. И папа приедет, вам выложит печку. Пойду покажу вам сейчас маки, у нас распустились. Те маки, которые мы сажали с Колей в прошлом году, в клумбы вот тут. Вот они, красавцы, распускаются. Здесь еще вот будет, и еще очень много здесь распустятся. Здесь будут только бордовые. Здесь вот я подсадила бархатцы вот эти вот. Должны тоже они, вроде они стоят, принялись хорошо. Вот и здесь что у нас? Здесь я посадила, вот здесь вот касмия, здесь не принялись, это надо прополоть тут. И там бордовые и эти желтые, как их, топинамбур. А там у нас перекопали нынче всю клумбу, пока что-то там делали работники, они перевернули. Теперь там ничего не растет. Я думаю, может быть, тогда надо у земли завести, что-нибудь посадить, если руки дойдут. Здесь у нас топинамбур вылазит очень медленно, вот здесь побыстрее вылез нынче. Да, Варя? А Варя здесь бегает, она любит по этой полянке бегать. Тут столько много одуванчиков, каждый раз распускается. И вот это все будет в одуванчиках еще. Здесь очень красиво. Ну да, много. Здесь крапива. Че, ты гоняешь, что ли, голубей? Варвара, иди сюда. Варварка. Ой, она такая хозяйка, прям бегает вообще по двору. Да? Ты двор этот держишь? Ты тут главак? Главачка. Так, вот сколько печников. И еще тут папа наделал дощечки. Сейчас Коля быстро их все зашикает. Пойдем погуляем. Ты же сюда хочешь, я знаю. Там это. Там голубь. О, точно. А что с ним? Я не знаю. Ёлки-палки. Я не могу, когда вот такое происходит. Варя, пойдем-ка отсюда. Ну, а то она сейчас... Пойдем. Сейчас она его нанюхает и придет к нему. Он испугается еще. Варюша, пошли-ка на ту сторону. Иди сюда. Иди. Иди, иди ко мне, иди. Не убегай, не убегай. Ой, почему я тебя на ручках унесу? Ёлки-палки. И не поможешь, наверное, никак этому голубю. Ты красавчик. Ты чё там? Ё-моё, а как ты его увидел? Да? Чё, у него с лапкой что-то? С лапкой, но там, по-моему, вообще зашла. Ой. Ёперсы ты. Варя, ты слышишь, как голуби там что-то говорят? Варя, смотри, смотри, голуби, голуби, вон. Вон, вон. Варя, Варя, смотри, голуби. Голуби. Позволь. Хулиганка. Сами скажи, меня отправили. Варя. Варечка. Ну что, все? Прогнала, что ли? Ах ты ж. Капнул все-таки. Я же тебе говорила.
В общем, полезным делом занялся Коля, решил тут от ржавчины покрыть остатками краски. Давно бабульки просили его за краской заделать. Ну что, все? А это та вообще краска, нет? Может, вообще не той краской надо? А. Ну ладно. Ну, конечно, еще высказать, если надо это. Черные краски покрыл. Ладно. Просили, чтобы не ржавело. Чем было, тем и покрыли. Это надо серой, иначе покупать целую банку. Зачем ее целую банку серой? Там не банку надо, там специальные баллончики есть. Прям под дверь. А. Но оно мне надо. Ну, ясно. Коля психует. Что, что вы птички? Закахали всю крышу. Добрался. И ворчит на птичек. Ну, только вчера оттерся. А покрывать чем-то крышу? Да ну смысл, все равно они будут летать, знаешь, и все не, равно... Я не про то, я покрывать. Ну, я поняла. Ну. Варь, ты где? Варюшка-хрюшка. Варя. У нас тут вот эта вот яма образовалась уже давным-давно. И мы тут с Колей как-то недавно ее засыпали. Носили вот эту землю с галькой, с мелкой. Ой, Варечка, не выбеги, пожалуйста, там машина. Едет машина. И мы носили вот эту землю вот отсюда. По бокам собирали ее в коробку и таскали сюда. Я не знаю, коробок... Ну, 15, наверное, да, принесли? 10? Сколько земли сюда? Что? Ну, что-то много, короче, таскал Коля. И, в общем, мы засыпали. Теперь хотя бы можно, ну, как бы подъезжать без проблем. Потому что подъезжаешь, и так машина прям сильно уже проваливалась туда, в эту яму. Вообще, по-хорошему, конечно, здесь нужно это все дело засыпать, заливать бетоном. И много машин ремонтных, когда приезжают ямочный ремонт делать сюда, мы просили много машин, чтобы они подъехали буквально вот оттуда, вот с того перекрестка. Мы говорим, тут 5 метров подъедьте, просто налейте нам вот в эту яму бетона. Наверное, 3 или 4 машины за эти годы были. Мы их видели прямо, почти каждый год мы их видим, как они делают ямочный ремонт рядом. И мы просили, но они нам отказывают. Ну, видимо, не положено, и как бы мы согласны, но там налить-то вообще немножко. Мне кажется, они больше для своих целей его воруют, этот бетон. Да даже вот этот вот черный материал-то, камешки вот эти вот, гудрон или что там, которым они засыпают ямки. Ну, в общем, никак. Где она, красавица опять? Пугает меня постоянно тем, что она куда-то убегает, а тут машина... А, вон она. Варюша, иди сюда. Это, вот смотрите, опять едет машина. Иди сюда. Теперь, стой. Опять едет машина, и она опять где-то бегает по дороге. Ну-ка, пошли со мной. Хожу со степлером. Коля выносил. В общем, мы думаем, что сейчас делать. Может быть, на речку поехать. Сегодня очень хороший день. Как-то отдыхать охота. Коле в ночь еще сегодня поспать надо. Мне надо ему еще приготовить что-нибудь. Я еще придумала, может быть, я успею постряпать одну вкусняшку. Посмотрим. Может быть, и удастся мне. Ой-ой-ой, мы тут пришли мусор выбрасывать. Собака бегает за детьми. Ну, в смысле, прям агрессивная собака. Без намордника. Да, Варя? Без намордника, скажи. Коля пошел детишек защищать. А вы не убегайте от собаки. Вы когда бежите, она наоборот за вами будет бежать. Они бегут, конечно. Она за ними. А я не знаю, может, это вообще чья-то, но... Тебе швабра нужна? Нет, спасибо. С помойки мне швабру предложил. Вообще молодец. Сейчас, Варя, побежишь. То я ее схватила сразу, а то мало ли что. Так рьяно бежит там. Но страшно ж. Варя, тебе страшно? Нет, я бы его сама.
Я тут готовлю нам чай. Отрезала хлеб. Коля купил панину, сходил, очень вкусный. Вот этот хлеб, он очень вкусный, потому что он свежий. Его готовят в пекарне рядом с нашим домом. И мы стараемся брать только его. Теплый. Будем наливать. Черный чай будет у нас. Так. Коля немножко. И мне тоже немножко. Мы завариваем один на двоих всегда. В общем, Коля у нас уже уехал на работу. Я себе решила сделать вот такой вот завтрак Несквик. Давно его себе не делала, хотя время вообще уже не завтрак, а время 8 час вечера. В общем, давно не ела Несквик, вот себе решила с молочком сделать. И пила кофе. Так что буду сейчас такую вот вкуснятину поедать. И буду смотреть информацию. Мне нужно найти кое-какую информацию, так что у меня здесь компьютер включен. Что вы думаете? Я решила наделать слоек. В общем, наделала, значит, хачапури. Это слойки с сыром. Поставила сейчас на расстойку. На 50 градусов поставила. Минут на 15. В общем, здесь у меня хачапури будет слева. А здесь у меня вот такие вот мини-рулетики с корицей и клубничкой. Ну, клубничный джем я туда джем налила. По капельке буквально. Но я думаю, что он в любом случае вытечет. То есть я к этому готова. Что останется его поменьше. Вот, так что сейчас на расстойке и потом на выпекание. Да, поставим? А Варька у нас спала. Пришла тут ко мне. Потягушничает. Надо посуду помыть. Да? Посуды, скажи, осталось много. Я хожу дома в носках, у нас прохладно. Дело в том, что отопления же нету. И в любом случае прохладно дома. А вечером, когда уже... Солнце садится вот у нас вот так сейчас, и все равно как-то зябко еще. Вот. Жду подругу, сейчас должна заехать. Что-то она там хотела со мной обсудить. Она мимо будет ехать, говорит, заеду. Так что мы ждем. Не показала вам слойки, которые у меня получились. Вот, значит, это сладенькие получились такие, а это с сыром. Мы уже тут с подругой по слоечке такой съели и по такой. В общем, это остатки. Накрываю их. Завтра Коля придет, будет кушать. Я завтра с собой на работу, наверное, возьму. А может быть, и утром кофе попью. Так, здесь я все убрала. Что еще хотела показать? А, банки подсыпучие. Я не показала, как у меня получились. Вот, я распределила теперь икеевские. И у меня получилось вот так. Выглядит баночка. Сюда очень даже много входит крупы. Вот, смотрите, 400-граммовая упаковка макарон у меня вошла, еще место осталось. В общем, вот так теперь у меня тут все стоит. Внизу я поставила, также все убралась заново. Вот, так что я очень довольна этими баночками. Договоримся. Спокойной ночи. Отворачивается, да, отворачивается. Ладно, ребят, всем спокойной ночи. Всем пока-пока.